Привет. Добро пожаловать на Саша Soul Station. Сижу, поглощая свой завтрак, ананас, и решила рассказать вам, что со мной случилось на прошлой неделе. А случилось вот что. Поела я ананас. Четвертую часть съела до тренировки, четвертую после. Как только я закончила вторую, четвертую часть, то есть половину ананаса, у меня стало невыносимо дереть, такое прям жжение во рту, в горле, нёбо. Я пошла, посмотрела, открыла рот. Там у меня все в крови. Знаете, не знаю, прям сырое мясо. Ну, в общем, ужас. И кровь течет. И оказывается, это последствия того, что я съела ананас с сердцевиной. Я, в общем-то, прочитала, что сердцевина не только не вредна, но и полезна. И вырезают ее только по эстетическим соображениям. Что как бы твердая часть. Зачем, да? А, в принципе, она абсолютно съедобная. Вот я решила, зачем переводить добро? Надо есть все. Вот и съела. Больше я так делать не буду. Я прочитала, потом полезла уже в интернет. В чем же дело, почему мне так все разодрало горло и небо от ананаса. Оказалось, что... Я, конечно, не вспомню сейчас, как называется вещество, начинается на Б, по-моему. Находится в высокой концентрации именно в сердцевине. Вот. И именно он раздирает вот так вот. Съедает мясо. Что случилось у меня? Он начал съедать мое мясо. Кожу. Во рту. Вот, поэтому больше так делать не буду. И никому не советую. Ну, конечно, свой опыт лучше всего. И я не знаю, может, это не у всех так. Ну, вот у меня такие последствия были поедания ананаса с сердцевиной. До этого я все время вырезала, а тут решила, ну, зачем? Почитала, что вполне очень даже съедобно. Вот, съела. Больше не хочу. Теперь я только вот так вот вырезаю. Кусочки все нарезаю. Гораздо лучше. Заходит. Без всякого жжения. Одно наслаждение. Вкусняшечки. Вот и все. Всем пока-пока. Надеюсь, у вас все отлично. Пока.